Всем привет! Сегодня у нас интересный гость – монитор Dell C2722DE, который предназначен в первую очередь для видеоконференций. Ну а нам кажется, что на самом деле это универсальный компаньон для работы из дома. Рынок труда поменялся, и работодатели все чаще заманивают соискателей не только возможностью удаленной работы, но и обещаниями обустроить комфортное рабочее место на дому. Хочешь корпоративный ноутбук? Пожалуйста. Хочешь монитор к нему? Легко. Нужны веб-камера и акустика для созвонов? Запросто. А потом сотрудник обнаруживает, что офис переехал к нему домой, и теперь его квартира заставлена офисным оборудованием и завалена горой проводов. Вот именно такой ситуации и позволяет избежать Dell C2722DE, сочетающий в себе 27-дюймовую матрицу, акустическую систему мощностью 10 Вт и веб-камеру с разрешением 5 мегапикселей. Все это подключается к ноутбуку одним кабелем USB Type-C, поэтому вороха проводов не создаст. Если Type-C в ноутбуке нет, то всегда можно воспользоваться HDMI или DisplayPort. Конечно же, в мониторе есть USB-хаб и возможность заряжать ноутбук благодаря USB Power Delivery, минус еще один провод. Собственно, провод в этом случае остается вообще один, от ноутбука к монитору. Dell C2722DE сертифицирован для работы с Microsoft Teams и Windows Hello. Это удобно. Нажатием всего одной кнопки можно присоединиться к звонку в Teams, а также включить компьютер и войти в систему, даже если у ноутбука закрыта крышка. Те, у кого в день минимум по 3-4 звонка, наверняка оценят. Акустическая система и массив из двух микрофонов позволяют не сидеть все время в наушниках. Возможностей монитора хватает, чтобы нормально воспроизводить звук конференции и без сильных искажений передавать ваш голос собеседнику. Ну а камера умеет прятаться в корпус монитора и выезжать из него, когда она нужна. Это и эстетичнее, и безопаснее, чем если бы она все время была открыта. Так вы будете уверены, если камера убрана, то большой брат за вами через нее точно не следит. Ну а в остальном Dell C2722DE — это просто современный рабочий монитор. 27 дюймов, 2560 на 1440 точек, IPS-матрица с хорошими углами обзора и приличными значениями яркости и контрастности. Он не игровой и не дизайнерский, поэтому ничем сверхъестественным в этом плане ему выделяться и не нужно. Цветовой охват немного шире, чем sRGB. Никаких космических скоростей или технологий синхронизации частоты развертки. Настроен он изначально не очень точно, но колориметр позволяет подтянуть цветопередачу. Немного настройки, и за Dell C2722DE можно будет работать с цветом. В рознице такой комбайн для домашней работы стоит чуть меньше 50 тысяч рублей, и кажется, что это дорого. Пока не вспомню, что за нормальную веб-камеру и какую-нибудь акустическую систему в современных реалиях придется выложить где-то 15 тысяч. Ну а Dell предлагает все это в аккуратном корпусе и с дополнительными функциями, за что, в общем, можно и переплатить. Ну и основным покупателем такого монитора, вероятно, будет не сам работник из дома, а его работодатель, для которого цена может оказаться совсем другой.